всему городу очень почетно иметь таких ребят, которые могут в первую очередь показать, на каком уровне у нас сегодня спорт. Огромное спасибо хочется сказать Владимиру Митрофановичу за то, что он поддерживает ребят, помогает им правильно идти в правильном направлении. Ну, а мы со своей стороны будем стараться тоже, чем можем, вот так вот скажем, помогать. Хочу поздравить Лизу. Это традиционно. Молодец. Это очень похвально. Артема и Виталия с достижениями. Мы постараемся содержать, обеспечивать и берем на себя этот груз. Поздравляю, желаю удачи, успехов. Так, Виталий, поздравляю. Оказывается, надежда у нас уже. Так, держать и сохранять честь и гордость города Кремчуга. Спасибо. Всем желаю удачи во всем, чтобы вы любили и ценили город. Спасибо. Спасибо. Спасибо.